Институт инженерной физики отпраздновал свой 25-й день рождения. В клубе «Авиатор» в честь круглой даты состоялась торжественная церемония награждения. Вместе с наградами и благодарственными письмами юбиляры принимали поздравления от почетных гостей. Более 800 сотрудников, из них 25 докторов наук, больше 100 кандидатов. Система подготовки кадров Института инженерной физики серьезная. На сегодняшний день в учреждении разработано около 100 изделий для обороны страны. Часть из них поставляется для вооруженных сил России и силовых структур. Президент института Алексей Царьков уверен, главный секрет успеха в работе – сплоченный коллектив. Успех нам то, что мы создали в свое время 25 лет назад команду единомышленников, которая позволила создать институт, который позволил бы придумать что-то, реализовать идею, запатентовать, произвести и поставить серийно в народное хозяйство, ну и, конечно, больше в оборонную промышленность. Сегодня сотрудникам Института инженерной физики вручали заслуженные награды и медали, почетные звания, знаки отличия, грамоты и благодарственные письма. Почетные гости тепло поздравили юбиляров. Разрешите, дорогой Алексей Николаевич, дорогие сотрудники института, по поручению главы города Жарикова Дмитрия Вячеславовича поздравить вас с юбилеем, с 25-летием, прежде всего пожелать дальнейших успехов. Институту инженерной физики есть чем гордиться. Начиная с 1993 года на базе учреждения были выстроены материально-технические, учебно-испытательные, экспериментальные комплексы. Мы всегда в трудную минуту приходим друг другу на помощь. Мы дружим, мы поддерживаем друг друга. И наше сотрудничество обречено на многие предстоящие годы. Для Института инженерной физики сегодня особенный день. 25 лет – серьезная дата. Многое уже сделано, многое еще предстоит. В этом году учреждение планирует запустить первую очередь большого комплекса технопарка и наладить серийное производство специальных изделий для вооруженных сил России.